Если вы хотите узнать о новом обновлении на Arizona RP, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Arizona RP в последнее время делает достаточно много разного рода обновлений. Она и раньше их делала, но сейчас она стала выпускать их немного реже, и тем самым качество обновлений, оно повысилось. Да, разумеется, в каких-то некоторых случаях, ситуациях и во всем прочем бывает такое, что Arizona что-то там, знаете ли, выпускает из виду, что-то там, я не знаю, не дотестирует и вот все прочее, и получается как-то не особо хорошо, вылазят всякие баги, потом, допустим, какой-нибудь ютубер Ричи об этом снимает свой новый видеоролик, говорит, что вот тут, оказывается, был баг на Arizona RP, потом Валик сказал, что его вроде как уже поправили этот самый баг, и больше там ничего не будет, а потом получается, что баг-то как бы не поправили, и он до сих пор существует, присутствует в какой-то степени, и, в общем-то, с помощью этого бага люди могут зарабатывать большие деньги. У меня на эту тему уже был отдельный видеоролик, если вы его не смотрели, то как бы чего вы ждете, в общем-то говоря. То есть, ну, в самом деле, если вы не смотрели тот видеоролик, то зачем смотрите, в общем-то, этот видеоролик, посвященный также Arizona RP? Непонятно абсолютно. Однако, сегодня у нас новое обновление на Arizona RP. В общем-то, в скором времени, непонятно когда, непонятно где, непонятно куда, но Arizona Roleplay все происходит, ну, примерно как-то вот в скором времени, да, в общем-то, как-то так. То есть вот когда-то там анонсируется, когда-то об этом, знаете ли, все ютуберы рассказывают, все новостные издания об этом рассказывают, а уже там, знаете ли, через неделю, возможно, через две, возможно, через, я не знаю, целый месяц, допустим, это самое обновление уже выходит, и нам уже его, знаете ли, женщина, девушка с приятным голосом на канале Arizona Games обо всем этом повествует, рассказывает, и мы такие, типа, о, Arizona Roleplay — это классный проект, классный сервер, и мы такие, типа, о, а надо же зайти, о, так есть же еще самый первый сервер Arizona RP Phoenix, и на него, как бы, тоже можно зайти и ввести, допустим, никнейм, ну, скажем, Данте Коннор, и чтобы все было нормально. Так вот, на Arizona Roleplay в скором времени появится новый тип бизнеса, и он будет как бы нефтяной. Мы все знаем вот эти вот, знаете ли, ситуации с нефтью, когда там она, знаете ли, упала, там еще что-то. В общем-то, мне на это все абсолютно точно похуй, потому что, ну, как бы Arizona Roleplay — это чистое совпадение, что именно сейчас они решили нечто подобное сделать вот с нефтью. Возможно, не совпадение, возможно, Валик такой сидит в какой-нибудь, я не знаю, своей комнате и такой, типа, о, надо бы сделать нефть, она же, типа, сейчас на хайпе, и, типа, мы будем на хайпе, если все это сделаем. Однако, ладно, то есть появится новый тип бизнеса, игроки смогут покупать нефтяные вышки, которые будут выкачивать сырье из-под земли в разных частях карты. Они будут отличаться разным объемом запасов и стоимостью добытой нефти. То есть самое главное в данном случае — это как-то ограничить то количество этих самых вышек, которые игрок может купить, потому что, блять, не дай бог он скупит нахуй все вообще вышки в этом штате, в этой, на этой карте, там какой-нибудь, знаете ли, флеш-монополь со своей семьей придет, просто всю нефть выкачает и будет там вот все это делать. В общем-то, полученное сырье будут закупать перевозчики, которым для перевозки понадобится яхта. Ее можно как бы, ну, арендовать, как, допустим, вы делали, когда хотели там, я не знаю, рыбу половить, да, на Arizona Roleplay. То есть там также можно было арендовать яхту, и, в общем-то, куда нефтяные вышки — это, конечно, хорошо, но вы пробовали подъезжать к шараге и просить извиниться за слова? Куда-то на ней там ехать для того, чтобы вот словить рыбу, что ли? В общем-то, как-то так. А перед загрузкой им нужно будет закупить бочки, приплыть к одной из нефтевышек, закупить нефтяное сырье и перевести его до нефтеперерабатывающего завода. Ну, то есть, если кто-то из вас играл, допустим, на сам РП и работал на работе дальнобойщика, вот я уже могу предположить, что какие-то общие сходства, общие такие, знаете ли, грани подобия тут есть. Возможно, я, конечно, ничего не утверждаю, нужно будет еще посмотреть то, как все это будет реализовано. Вряд ли я, конечно, запишу обо всем этом отдельный видеоролик в какой-нибудь только, наверное, крайней ситуации, и, в общем-то, потом я еще, наверное, вернусь вот к этому самому видеоролику, который вы смотрите, если мало ли вдруг появится у меня ролик, в котором я буду, знаете ли, работать на этой нефтяной хуйне. Однако лично мне, ну, это уже как-то более-менее интересно. И, в общем-то, ну, это похоже на работу дальнобойщика, а работа дальнобойщика мне, она, типа, ну, нравилась,
скажем прямо, на сам ПРП еще. А, ну ладно. А зарабатывать они будут на разнице в цене закупки и продажи. К слову, чем больше яхта, тем больше бочек с нефтью в нее может поместиться. А чем круче нефтяная вышка, тем, разумеется, больше нефти она, видимо, сможет переработать и сделать все прочее. Вообще было бы интересно поддержать такой тип бизнеса, но я понимаю, что он, наверное, будет стоить там какой-нибудь миллиард, и перепродаваться будет за миллиарда два, потому что, ну, как бы, вот так вот там все происходит. Игроки также смогут выступать в роли пиратов и грабить суда, везущие сырье. Это позволит заработать еще больше денег на продаже нефти, которую не придется закупать. Ну, как-то это вот, вот этот вот момент, мне он уже не особо нравится, потому что, зная игроков Arizona RP, они там в большинстве случаев такой, знаете ли, составляют такое малолетнее комьюнити, можно так сказать, и вот, вот эти вот нападения на суда, они будут, мне кажется, вот частенько так вот делаться, быть. И знаете, вот как бывает такое, что, допустим, закупил вот эти вот конопляные семена, будучи бандитом, пришел на какую-нибудь, я не знаю, там вот эту вот грядку, посадил, все, у тебя все это там, тебя расстреляли, соответственно, жену убили, там, всех убили, забрали вот то, что ты вырастил, при этом не потратив вообще ни копейки, потом все это перепродают и получают с этого деньги. В общем-то, я уверен, что тут будут вот ситуации похуже и похоже на все это. Однако, мы вот с вами, что могу сказать, поживем, увидим, как все это реализуется на Arizona RP, то есть я лично буду ждать, а посмотрю, как вообще со всем этим будет. Надеюсь, что в каком-нибудь там, знаете ли, новом этом патчноуте, да, когда вот это опять-таки девушка с приятным голосом будет все вот это, знаете ли, озвучивать, я надеюсь, что она скажет что-то еще поинтереснее, чем вот эти вот нефтяные вышки. Однако, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Геймплей заснят на сервере Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм Dante Connor находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал. Поэтому, если вам все это нужно, если вам все это полезно, если вам все это надо, то заходите, ознакомьтесь с информацией, заходите на Arizona Roleplay. В общем-то, всем спасибо, всем пока. We'll be right back.